Копченая кабура в бане, будем думать сейчас. Опять меня за тьму кинуло. Сегодня одна игра была за свет, остальные все тьма. А ты только на миде стоишь, ну и в лесу. Я просто не могу стоять с рандомным тиммейтом на одной линии. У меня жопа горит. Ну типа чувак там начинает куда-то лезть, из-за этого умирает. Я его не поддерживаю, потому что я понимаю, что чувак лезет там, грубо говоря, что-то на уровне у тебя 0 станов, а чувак бежит убивать Мирану, у которой лип прокачан на пудже. Я, естественно, его не поддерживаю, я понимаю, что Мирану мы не убьем, она как минимум убежит на липах. Лучше я пофармлю. Чувак идет, думает, что ты его поддержишь, я его не поддерживаю, в итоге он умирает, начинает говорить мне, что я долбоеб, а я-то понимаю, что долбоеб тут не я, и при этом я ему это доказать не могу, потому что он долбоеб, а долбоебу ты никогда не докажешь, что он долбоеб, и у нас безысходность, понимаешь, и в итоге он умирает еще раз, потом на меня обижается и уходит, и ухожу я в лес. Он уходит с моей линии, я стою против расфиженных типов, это если я в легкой линии, и я вынужден с третьего левела стоять лес, поэтому нахуй мне надо ходить на другие лайны. В харде еще иногда бывает, там на каком-то бристлбеке тире видели, но не более. Тускар, ребят, буду боксировать с сынками. Первый шмотка. Это ботли. Ну и поехали пробовать смотреть. Конечно, блин, надо на эмбере сыграть. Я все хочу взять эмбера, но я не хочу на эмбере попадать против эсэфа на мид. Потому что я люблю раскачку эмбера первый и второй скилл. А против эсэфа у меня выбора не будет. Мне придется через третий идти. Потому что иначе мне пизда. Я милишник и это эсэф, ну вы поняли. Все сходится. А я не хочу играть через третий скилл. Я не хочу играть на магическом эмбере. Я хочу сыграть на физическом эмбере. А я ему, кстати, щитом могу сбить. Не, не могу. Я думал, хватит урона, чтобы это. Он не щитом, а первым скиллом. Я думал, хватит урона, чтобы сбить ему щит. Ну такое, я его не особо-то пробиваю, как бы. А, там ботл уже есть, там обсервер. Еще фласка, вот это все манга. Да, у него армора. Почему у него 3 армора немного, да? Почему я так слабо дамажу? Вроде бы же и выбиваю с него нормально. Почему нет? А, стрим снайпер. Сразу бы сказал. Поэтому и не пробиваю, потому что стрим-снайпер. У них, видите, повышенная защита, блять, от урона, нахуй. Так, ботли есть. Погнали, хуйню соберем. Давай сразимся. Не, ну сейчас нормально. По третьим скиллом, слышишь, я ему ебучку пробиваю. Уже как-то поприятнее. Немножечко ебало размять молодому, чтобы как бы место знал свое. Бара разбег сделал. Ну, конечно, там, он моргал там, наверное, когда его пиздил. А там бара уже на всех скоростях тупо мчится. Вот он. Привет, пацаны. Шо, пацаны, аниме ебать? Шо, пацаны, ебать? Может быть это, гули нахуй? Может быть быстро на ZXC, блять, порешаем вопросы, дура. Тупо пришел помощничек, блять. Как я люблю стрим-снайперов. Они друг за друга просто, знаете, там. Такое ощущение, чувак чуть-чуть моргает, ебать, и там сразу прибегает дура. Все, давай уебай отсюда в страхе. Я пошел за руной. Нихуя себе ты, блять. Додж челленджер 228, блять. Что дура, нахуй, иди, блять, погуляй. Вы понимаете, он доджит этим самым, блять. Вторым скиллом сноубол. Охуеть, ты, конечно, да. Кибератлет какой-то, блять, попался. Ну, главное, ему уже ебало отбил. Он уже понял, кто он по жизни. Скоро там бара прибежит на помощь, брат. Или ты собрался со мной по-честному стоять? Просто такие пацаны не знают, что такое честно стоять один на один. Он должен друга звать сюда. Зови сюда, говори, надо. А желательно двоих. То есть, знаете, кто придет? Придет Лич плюс Спиритбрейкер. Делайте скрины. Они позовут третьего. Потому что вдвоем хуй оформят, мне кажется. За суд вдвоем на меня идти. Блять, как бы руну угадать? Знаете, что угадать руну это явно не про меня. Го, попробуем. Опа. Сохраню на потом. Ну тут сейчас вафля должна бежать за бабками. Потому что эта сука хочет денег, я чувствую. Но бабки я украду. Ебать, тут лавехи привалило. Что будет в смоках выйти? Да. В хуйках. Есть план, как заработать денег, пацаны. Смотрите. Рассказываю вам бизнес-план грамотный. Вкладываем лавеху в центре. Запоминайте. Понимаете, что дота — это жизнь, я всегда говорил. То есть, что ты делаешь в доте, это работает и в реальной жизни. Вкладываем деньги в определенную вещь, которая поможет заработать нам больше денег. Это основы бизнеса, ребят. Рассказываю для юных бизнесменов, для тех, кто неопытный. То есть, смотрите, мы вложили с вами 50 золота в центр. И сейчас мы попробуем подняться. Вот просто с нуля, понимаете? Теперь мы идем сюда. Проедаем здесь ветку, ставим центрик и зарабатываем 131 единицу золота за 50. Плюс экспириенс. Чуете? Понимаете, да? Основы бизнеса. Учитесь. Каждый день, блядь, донатят одну и ту же шутку про мальчика в шкаф, блядь, и прочую хуйню. Типа. Помните, я говорил про... Ага, вот так вот, да. Нихуя себе. Нахуй, блядь, отсюда.
почти разъебал. Забайтил, 266 золота на троих, вообще чисто нищие. Это тоже бизнес, на самом деле. Выбить ресурсы, он потратил ТП за 100 рублей, а заработали 200, понимаете? То есть, насколько я их переиграл троих сейчас. То есть, это не шутка, на самом-то деле. Они просто не понимают, что они нихуя не сделали. То есть, они пришли втроем на мид, чтобы не заработать нихуя. Хорошо. То есть, в следующий раз я говорил, что будут втроем. Как бы сказано, сделано. Пиздюля чисто, нахуй, со школы отработанная левая, нахуй, хук слева, блядь, нахуй, на, блядь, дуря, понимаете, и вырубается сразу, школота. Шо, друзей на мид будешь звать, Вась? Вась, ебать, нахуй, зови друзей на мид. Центрик, обсервер, блядь, нихуя себе тут, ты шо, блядь, ёбнусь. Естественно, блядь, хорошая фражина, товарищ Брион, сильно сыпано. Шо, на низ делаем ТП, начинаем разъебывать синтов. Только надо вот эту ёбнуть. Перед брейкера не так важно было убить, как важно было убить спектру. Ты в карту идём, что я там не смог есть? Куда? Моргай, куда идем? Я бы спектру выебал, ну ты как хочешь. Лучше спектру, наверное, кому мы ищем сейчас вот это. Ну как хочешь, неправильное место. Ну давай дарксира выберем. Дарксира, начали. Изюля как в реальной жизни. Просто я вот узнаю ее, понимаете? Есть люди вырубаются нахуй. Правда, у меня регена руна, и это значит, что я умру в скором времени. Все, можно пойти кому-нибудь ебучку набить. Все, смотрите, у меня смог, сейчас ебало будет бита. Чисто ради силы, пацаны, играю. Запомни, бьешь всегда того, кто слабее тебя. Это факт. Все, я пошел, потому что дело пахнет писюнами. Тем более, ну, стримснайпер за мной побежит, это тоже факт такой же. И Борька за мной побежит. То есть они как бы положили хуй на оппонента моего. А, из привязки нельзя сноубол делать. То есть они забили хуй на Акса, который подважный, и они его пиздили. Они просто побежали за мной, потому что стрим-снайперы, они такие ребята. То есть важно сделать фраг на стримере. Рики Башер. Ну мы проебали. Рики это наш керри, а керри, у которого ПТ Башер, это пизда. Бля, керри Рики вообще плохо. Рики очень слабый сейчас, тем более на позиции керри. Мальчик, иди сюда. Я тебе покажу, что такое бокс. Бокс начался с меня, нахуй. Понимаешь? На улице. Личинка ебаная. На, нахуй, пиздюлю, дура. Просто вырубаю с одной, понимаете? Вот прям вспоминаются школьные времена, ей-богу. Одну даю, чувак уже в ахуе. Зря я с инвиза сурта ударил. Надо было ударить просто, а потом рубить третий быстро и еще раз пёзнуть. Тогда было бы больше ударов. Мне похуй, брат, что там у тебя. Тачки, яхты, вяжешь как бабушка. Вяжешь тупо как бабушка. МКБ на Эмбере, ты дурак, что ли? Нахуй тебе МКБ на Эмбере, дура, блядь. Ебать, все шарно. За тупость. За тупость, блядь, чтобы я учился доджить, школьник, блядь. Подожди, личинка опять хочет пизды получить. Блять, это мой герой, я вам серьезно говорю. Я вспоминаю школу, блять, когда играю на Ускаре. Куда я? Где? Страшно, куда? Оцепенение. А, долгое от Эмбера, я понял. Нормально, развел на мувы троих, получается, и одному пизды дал. Кто у меня керри? Подожди, я Акса, кстати, вот, знаете, у меня парень на Аксе с никнеймом Агресса. Я его не видел ни разу. Вот, честно сказать, нет, ладно, вру, один раз видел на низу и больше не видел. То есть у него вроде бы блинк, он агрессор, но он такой пассивный, что просто пиздец. Это ёбнуться можно. Почему все Аксы моей команды это вот такие агрессоры 1-5, блядь, которые фармят лес всю игру? Сейчас удивимся. Оп, ебать, удивил. Кстати, сагрил, это очень сильный мод был огонь. Я такой хуйни еще не видел. Аганим шарп мне не нужен, аганим просто мне не нужен. По-моему, нас отпиздили, да? Или нет? Терпила, да. Смотри, вот так выглядит терпила. Анлаки. Не повезло с первым скиллом. Ну ладно. Может быть это и к лучшему. Сейчас бы пошел под башню, умер бы. Блять, хочется БКБ сделать даже. Я жрём, типа. Хочется БКБ делать, потому что они все вместе ходят.
чисто подсосы. Пацаны, а мы можем 5 на 5 подраться разок? Потому что я заебался на самом деле. Они впятером ходят, а у нас постоянно агрессор фармит лес. И второй агрессор с башером тоже хуярит лес. Я как бы, конечно, не против, я тоже могу идти хуярить лес, но это просто скучно, пацаны. Заказываю добрый свой любимый вечер, трек, Егор, с которым у меня очень много приятных спасибо воспоминаний. Спасибо, посмотрим, что за... Очень странно, что у тебя с этим треком связано многое. Да ты будете брать, или не забрать? Ну конти нахуй, блять, со своей хуетой, блять, осуждаю максимально, блять. Ну вот такие вот донатеры, вот такую вот хуйню мне ставят, понимаете? Для кого-то это смешно. О, агрессор и супер полезный керри в кавычках решили поиграть в доту. Типичный импакт от таких игроков. Я же эту игру не выиграть, я не верю, типа. То есть я таких игр сыграл тысячи, понимаете, как и на снайпере. Когда я вижу агрессора на акте, который фармит лес и пешком заходит в драку, и когда я вижу Рикимару, который первым слотом делает башер, то это ГГ. Так я пятерку как раз нет, может. Ставлю варды, играю с командой. Каждый драк происходит со мной, либо около. Я нахожусь. Дракон ему и отвечает этим бездарям. Там шо Рики, шо Акс, если бы они ливнули, нашей команде было лучше бы. У нас бы, во-первых, больше крипов на карте было, плюс мы бы продали шмотки и купили артефакты. Потому что у нас два бездаря в команде, это Рики и Акс. Оба АФК. Забрал. Нахуй они нам нужны. Они нам нахуй не нужны в игре, понимаете? Видимо, ты где-то не дофармил, да, на Акси он точно где-то не дофармил, поэтому он этим и занимается, что дофармливает. Я тоже, видите, я уже ушел в фарм, я понял, что бегать за врагами бессмысленно, потому что они ходят впятером и ебут меня. А пацаны резко захотели поиграть в доту. Что я могу сказать? Теперь пусть они пизды получают, а мы будем фармить с Аксом, правильно? Хули. Когда-нибудь впятером соберемся, что-то сделаем, а пока можно качнуться. Акс хочет, чтобы играли с командой, а он где-то все время находится. Да похуй, пусть играет. Я уже смирился. Я уже фармлю. Уже 10 минут, ну не 10, минут 7 качаю. Сейчас БКБ, теперь фармим сатаник и кирасу. А потом можно будет и попиздиться, правильно? Фура, пришел мой фарм пиздить. Ну это, конечно, свинство, блять. Это моя руна, брат. Мне фарм она ускорит. Если... Ой, парень убегает, он думает, что я с ними побегу, ага. Я уже как бы наученный жизнью, пацаны. Я за врагами не бегаю теперь. Я теперь фармлю и не выебываю. Подожди, надо к миду подойти. Я тут вижу, вижу желание. Желание драться. Так, ну серьезно, мы харе фармить, нет? Типа у тебя там. Нормально. Блять, почему я не могу? Это пиздец какой-то. Давай это пиздец какой-то. Меня так раздражает вот эта вот механика доты ебанутая, понимаете? То есть я не могу, блять, из привязки Эмбера нажать сноубол. Какого хуя? Просто какого хуя я не могу из привязки Эмбера нажимать сноубол? Чё за бред, блядь? Так, Акс там фармит, нормально. Не, я зря пошел драться, потому что драки-то и не было. Серьезно, какого хуя ты там стоишь? Драки-то и не было. 10 минут поэтому надо упороться в фарм, но в этой игре мне ничего не поможет. В этой игре мне ни сатаник, БКБ мне не помогает, потому что меня пиздят в пятером, а я один. Тут, чтобы я не собрал, ГГВП. Поэтому просто фармим лес, чтобы не фидить. Правильно? О, 228 крипов, кстати. Бля, ну Аксу надо репорт дать, потому что у меня такое ощущение, что это, типа, ну, специально делает. Потому что нельзя быть таким тупым. Ну, типа, я не верю. Ну, он, типа, всю игру бегает и фармит лес. Всю игру ебаную. То есть, ну, нельзя быть таким тупым. Это, типа, ну, умышленный руин. Потому что даже если это был бы компьютер легкий, он бы рано или поздно прыгнул бы с агрил. А это просто бегает машина, вот у него мозговая активность. Это от точки фарма до точки фарма. Сейчас у него в мозгу сигнал, что пора фидить. Потому что он слишком давно не умирал. Поэтому он видит двух врагов и идет на них. То есть это ж, я серьезно, это кибернетический организм, он придумает, блядь, я их не вижу, поэтому я не могу туда идти. Он может идти фидить только когда он видит врага, поэтому все, вновь первоначальная функция фарма лесных точек, она восстанавливается и продолжается. Фарм идет, вот тут он видит героя, но он пока что думает, стоит ли сюда двигаться. Получил хороший агр и начинается жаришка его. А тут байт от врагов, понимаете? Байт от врагов. И они успешно забайтили. Но мне похуй, я дерусь, потому что дота это драка, понимаете? По-другому играть просто неинтересно. Поэтому я пизжусь чисто на мужика до тала. Я получил пизды, Акс решил тоже получить пизды. Ну и пусть не суть нахуй, потому что скучная игра становится. Пусть просто закончат это дерьмо.
Я сегодня сидел и дрочил в своей комнате. Спасибо за информацию. Дома никого не было. Я не услышал, и в какой-то момент зашла мама. Твоя мама. Спасибо огромное за донат. Это очень оригинально и смешно на самом деле. Для детей примерно до 5 класса. И в принципе трек соответствующий для той же аудитории, которые посмеялись с этой шутки. А где Аксфармик? Где он? Воскрес. Воистину тупо. Просто максимально скучнейший. Вот он. Пилюля Олег. Спасибо, тиммейт пришел, блядь. Меня ебут, пацаны, спасай, пишу, ебать. Ебать, хуярят тупо всеми скиллами, нахуй, прикинь. Как мне съебаться, Афи? Ну как, баш получил, рандом. Нормально. Пизды дал. Акс еще до сих пор, кстати, не, он боится ворваться, сейчас ворвется, сейчас ворвется, сейчас не, не ворвется. Он думает, что, блядь, пизду. Они стоят 4, мать, ебаный герой. Нормально, нормально, я боец, я сражался до конца. Бля, на Аксе тип вообще веселый. Ну давай, Акс. Пока, Загр, БМ, Байк, сражал, все. Он не жмет кнопку. Не нажимает, он не жмет, блядь. Блядь, коротко об Аксе. Это как бы, знаете, вот в принципе ничего не поменялось. Что он играл, что он так бы делал, импакт одинаковый в игру. По сути, мы 3 на 5 держались 42 минуты. Спасибо за игру, пацаны. Удачи. И вам удачи. Это Герокоптер. Герокоптер молодец, правильно. Единственный, кто в этой игре заслужил победу, это Герокоптер. Смоки прожимал, там что-то ходил, ракеты ставил, инфу давал. Ну, короче, ёбнутый в хорошем смысле.